привет, уважаемые телезрители. После долгого технического перерыва мы, конечно, приносим свои извинения, что нас не было здесь. Вы по нам скучали, мы по вам тоже. Мы заранее, вернее, как с небольшим опозданием, поздравляем Владимира Ильича Ленина с его днем рождения, который был вчера, 22 апреля. Так, спасибо, мужики. Вот, и начинаем нашу телеоткрытку, которая теперь уже ни по каким техническим причинам прерываться не будет. Наш первый герой, как зовут? Костя. Костя уже постоянный участник нашей программы, постоянно финты здесь такие выписывает на своем велосипеде крутейшем. Костя, кому будешь передавать привет? Ну, маме и всем моим друзьям. Так, отдельно девушке? Ну, пока нету. Найдем. Ты знаешь, у нас есть вторая половина? Не знаю. Да не, я сам как-нибудь. Вот так. Хорошо. Какую песню будем слушать? Ну, группа Scooter, ну, композиция, допустим, How Much Is The Fish. Так, хорошо, мы сейчас ее послушаем, но прежде я предлагаю вот вам, велосипедисты, а их сегодня у нас здесь 5 человек, 5 гонщиков, профессионалов, у каждого здесь, я смотрю, велосипеды не укрыты. Поэтому так, мы разыгрываем песенку группы B2, полковнику никто не пишет, кто быстрее сделает группу, а кто парень не важно, не сидит. На старт, внимание! Марш! Так, как тебя зовут? Петя. Петя, в камеру еще раз скажи. Петя. Трудно было победить на таком маленьком велосипеде, в отличие от таких больших? Не очень. Не очень? Нет. Мужики, скажите, как он вас обошел? Да! У него скорость не переключается, мы пока скорости перещелкнем, а у него всего одна. А, все, понятно, все. Самый простой велосипед оказался самым лучшим, да? Да. Так, Костя, песенка B2, но мы тебе позволяем как передать привет и поздравления. Я передаю привет своей семье, которая сейчас сидит дома. И на тебя смотрят. Да. Могут гордиться тебе. Да, пусть гордятся мной. Все. Ну хорошо, итак, мы слушаем группу B2, а Scooter, который продает рыбку, мы послушаем чуть позже. Но где ты, Барбара? Ага. Обычно все вышло. Ушла от меня и в ночь теперь слезно кричу. Мне просто обидно, шаги одиночества слышу. И страшно подумать, и вряд ли я жизнь доживу. Барбара, Барбара, Барбара. Это был круг почета, уважаемые телезрители. Наша участница... Давай рекламу. Вторая, вернее. Телеоткрытка. Как вас зовут? Меня зовут Елена Веселикова. Так, Елена, а что вы сделаете сегодня на площади здесь? Вы знаете, я сейчас внезапно оказалась в отпуске. И вот отдыхаю, провожу... Вы с сыном, провожу, да? С сыном, да. Здравствуйте. Отпуск свой, здравствуйте всем. Привет. Поэтому хорошая, прекрасная погода, солнце, и поэтому настроение весеннее, хочется отдохнуть. Кому будете привет и поздравления передавать? Ну, привет, наверное, сначала всем своим родным, а потом сотрудникам. Я на них не сержусь, потому что они меня выгнали в отпуск. Но погода чудесная, поэтому, ну, всем рюдтарчанам привет. Администрации привет. Желаю, чтобы у нас хорошая детская площадка была, по желаниям. Вот, ну и песня для всех. Какая именно? А вот как? Адреналин.
тянет лето скрыть, не спешит дома. Завтра ты лети, я схожу с ума. По дороге в этот рай я не ждал разлук. Ну не отнимай нежных теплых рук. Я тебя нашел, мой нежный рай. Улетай, на сердце оставляй адреналин. Ты мне даешь святую руку, адреналин под звуком, адреналин. Если не рай, тогда что это? Наше с тобою лето. Адреналин. И наше следующее поздравление тройное такое. Как зовут? Катя. Аня. Валя. Так, Катя, Аня, Валя. Хорошо, запомнил. Кого будете поздравлять? Мою маму Галину Владимировну Заярову. Что пожелаем ей? Счастья, здоровья. У нее сегодня юбилей, 50 лет. Хочу поздравить мою маму, чтобы у нее все было хорошо. Чтобы с работы все было нормально. И всего самого лучшего на свете. Так, Анна, ну а вы какие поздравления? Я желаю Галине Ивановне долгих лет жизни. Владимировна. Чтобы она всегда радостная была, чтобы ее дочка не огорчала. Так, ну и вы? Хочу пожелать здоровья, денег побольше, чтобы дочка слушалась. И все. Так, хорошо. Песенку какую мы посвятим Галине Владимировне? Динамит, куда уж лучше. Да уж лучше. Хорошо. У нас с собой возьмете на день рождения? Да. Ну все, ждите, мы обязательно придем, как раз когда выйдет программа в эфир. Спасибо вам большое. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Желаем счастья, здоровья и, естественно, успехов в этой жизни, такой нелегкой. И слушаем «Динамит, куда уж лучше». Вот и все, уважаемые телезрители, на этом мы сегодня заканчиваем. Мне очень понравилось кататься на велосипедах, я дальше продолжу как бы это делать. А мы с вами увидимся завтра в 5 часов вечера, здесь же на площади. И, естественно, будем видеться с вами каждый день с этого момента. И не забывайте, у нас в среду будет еще вторую половину с Алексеем Репиным. Поэтому приходите, мы вас всех ждем. И также мы будем проводить конкурсы, как и обычно, как было раньше. Все, спасибо вам. И в заключение программы мы слушаем песенку Скутера «Почем рыбка». Пока. It's better than the catch. Transforming the tunes. We need your support. If you got the press bag, it's the first page of the second chapter. How would you back for the rhythm attack? Coming down on the floor like a maniac. How would you back for the rhythm attack? Get down in full effect. How would you back? Here we go again! Yeah!
Привет. Так, добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы начинаем нашу программу «Телеоткрытка». И мы начинаем с самых младших наших участников. Как вас зовут? Я Никита. Давай, тебя как? А я Руслан. Давайте, Руслан и Никита, кому приятно давать маму? Мне приятно очень за маму. Приятно за маму, да? Интересный привет, на самом деле. А привет и кому? Я хочу передачи маме и папе. Привет, да? А у тебя братик, сестра есть? Мальчик есть. Какой? Старший? Сколько ему лет? А? Сколько ему лет? 5. Ну так, 5. Ну, давай, Доша, привет. Как его зовут? Привет. Меня зовут Никита. Я знаю Никита. Так. А брат как зовут старшего? Влад, Саша. Саша, да? Давай им привет тоже передадим. Я могу передать Саше тоже привет. Отлично. Давай теперь спросим тебя. Кому привет? Маме. Кому? Маме. А папе? И папе. А сестре? Сестра зовут Света. Понятно. И, конечно, я хотел Илюше передать и Ване. А это кто? А? Твои друзья? Да. Отлично. Так, на этом, уважаемые телезрители, этот привет заканчивается. Мы переходим к следующему привету. Девчонка, как зовут? Меня зовут Даша. Так, тебя как? Меня Лена. Угу. Лиза. Катя, Лиза. Короче, я забыл все. Давай свой привет. Я передаю привет своему другу Васе, Паше, Кириллу. Что я хочу присоединиться, также я передаю привет Грише, Саше и еще всем, кто меня знает. Так, значит, привет школе номер 6, всем, кто нас знает, пусть не забывают. Да, нашим одноклассникам, нашей классной руководительнице Инге Сергеевне, нашему директору любимому, конечно, ну вот, нашим знакомым Паше, Васе, как уже прозвучало, нашим подругам. Все. А вот сейчас весенний призыв будет, парни пойдут в армию. Чего вы им пожелаете? Давайте с вас начнем. Хорошей службы. Служите, защищайте Родину. Чтоб поскорее настал дембель. Ого, так. Ну, всего хорошего. Угу. Хорошей службы, чтобы их девушка их дождалась. А у тебя есть парень? Есть. Он в армии? Нет. Пойдет? Ну, еще не собирается. Понятно. Какую песню послушать? Группа Hi-Fi, «Глупые люди». Так, все согласны, да? Да. Так, только мы слушаем Hi-Fi, «Глупые люди». Глупые люди, солнце на блюде, едят. Кто-то рассудит, все наблюдая с высока, разные судьбы, сестры, подруги, а я прячу осколки, все, что осталось от тебя. Так, уважаемые зрители, на следующий привет. Сейчас мы к ним подойдем. Сейчас идем. Они только что подъехали на роликах, они что-то там, наверное, отдыхают, скорее всего. Так что сейчас мы к ним подойдем и спросим у них, как вас зовут, девчонки. Света и Рита. Рита, да? Рита. Давайте кому-нибудь привет передадите. Маме, папе. А еще кому? Бабушке. Машка, это вы на роликах катаетесь целый день тогда? Да.
Аня, давай какой твой привет. Сестре Иришке. А маме с папой? Ну, маме с папой тоже. Понятно. А что это вот у тебя на руке сейчас было? Браслет. Браслет, а он что-то значит, нет? Нет. Просто для красоты, да? Да. А бандан сверху? Ну, просто тоже. Тоже просто так, удобно, да? Понятно. Кататься. Ой, итак, уважаемые дети, наш следующий участник программы. Как вас зовут? Меня зовут Аня. Так, Аня, вы пришли со второй Ани, с младшей, да? Да. Наташа. А что ты стесняешься, Наташа? Не стесняйся, я с тобой могу поговорить. Давай свой привет. Я хочу передать привет всем моим родным и близким, а также 8 класса В, моему дорогому. Я всех очень люблю. И всех, кто меня знает. А школа какая? 7 школа. Снимаю, так, давай твой привет. Я хочу передать привет своим подругам, друзьям, воспитателям, будущей учительнице, всем родным и близким. Ну, какую песню поставить? Чечерин прохожий. Уважаемые телезрители, теперь начинаем нашу программу, которую все, наверное, уже забыли. Ищу вторую половину. Моя вторая половина. Наши участники. Сейчас я тебе скажу, что говорить. Как тебя зовут сначала? Юля. Юля, ты, наверное, так хочешь найти парня себе, да? Обязательно. Твои глаза прям это говорят. Обязательно. Какого ты хочешь парня? Хорошего. Очень хорошего. Хороший парень. Чтобы не бабник был. А, чтобы не бабник был, да? Понятно. Да. А какой внешний должен быть? Не урод, сказал. Миксоглазый. Миксоглазый, да? Понятно, а вы кого хотите найти? Я никого. Никого? Вы одна будете, да? Да, я буду лучше одна. Они мне надоели все. Да? Да. У вас много поклонников? Да. Цели знает Рим. Понятно. Да, какого вы хотите поднять? Да никакого, надоели они в натуре все. Даже уже в натуре, короче, надоели, да? А в одежде? В одежде? В нормальной одежде. Нормально, да? А что, у вас парни были нормальные? Не, нормально. Просто надоели уже все бегать. За вами, да? Да. А если я вдруг сейчас за вами побегу? Бегите. А мы не будем бежать. А, то есть вы остановитесь, да? Да. Понятно. Так, уважаемые телезрители, приходите сюда завтра в 5 часов вечера. Девушки вас будут ждать. Только нормальная одежда, там, галстук, что-нибудь такое. Не, не надо в галстук. А в чем? А мы придем завтра в 5 часов вечера. Ну, а в чем приходить, скажите? Да не знаю, там... Джинсы. Каких? Какого цвета? Джинсы. Любого. Зеленого. Зеленого? Да. А кофточка какая должна быть? Красная. Зеленая с красным. Короче, вот это хороший тональный такой цвет. А ботинки какие должны быть? Оранжевые. Так, это уже интересно. А майка под кофтой? Зачем майка? Не надо майку. Так, без майки, короче, приходите завтра. Ну, зеленых джинсов зато. Все, счастливо. Это, уважаемые телезрители, наша программа «Телеоткрытка» заканчивается. Мы с вами прощаемся до завтра до 5 часов вечера. Сегодня смотрите пол восьмого нашу программу. До свидания.